12-й соревновательный день Олимпийских игр в Париже принес стране 2 серебра. Таким образом, теперь в копилке национальной сборной 7 медалей. 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых. Первое серебро этого дня принес сборный борец греко-римского стиля Демил Жадраев. В финале наш спортсмен уступил японцу Наоку Саки. Второе серебро завоевал боксер Нурбек Уралбай. В финальной схватке за олимпийское золото весовой категории до 80 кг он проиграл украинцу Александру Хижняку. Нурсултан Турсунов проиграл в четвертьфинале чемпиону Олимпиады в Токио Жану Беленюку из Украины. Велогонщик Андрей Чугай занял 30-е место и не смог выйти в следующий этап. Тайквандист Самир Хон Абабакиров проиграл чемпиону Олимпийских игр в Токио итальянцу Вито Делля Акиле. Канаист Сергей Емельянов попробует со второй попытки пробиться в полуфинал. Байдарочник Бекарас Раматулла тоже не смог напрямую выйти в полуфинал и снова будет соревноваться за медали на стадии четвертьфинала.